Всем привет! С вами канал «Современные родители». Сегодня расскажу вам про коляску Inglesina Aptica XT. Чтобы быть в курсе выхода новых обзоров, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. В описании вы найдете подборку ссылок на магазины с лучшими ценами и актуальным наличием. Буду благодарна за поддержку. Пишите комментарии и ставьте лайки. Inglesina Aptica XT – комфортная прогулочная коляска для дорог любой сложности. Новая Aptica – настоящий внедорожник среди прогулочных колясок. Самая вездеходная прогулка в коллекции бренда. С помощью прогулочной коляски Aptica XT гулять и совершать открытие стало по-настоящему простым делом. Широкое реверсивное сиденье, наклонная спинка и подножка и эксклюзивные функциональные характеристики шасси превратят каждую короткую прогулку в уникальное и неповторимое приключение. Откройте для себя легендарную систему Inglesina, позволяющую складывать-раскладывать прогулочную коляску одной рукой. Благодаря эксклюзивной системе, запатентованной компанией Inglesina, шасси складывается и раскладывается одной рукой, независимо от того, в какую сторону обращено сиденье. В сложенном состоянии шасси самостоятельно сохраняет вертикальное положение, не касаясь ручкой земли. Благодаря эксклюзивной системе Adaptive Cruise System коляска способна быстро адаптироваться к любым поверхностям и росту вашего ребенка, обеспечивая максимальный комфорт, легкость и плавность хода даже в самых сложных условиях. Большие колеса, диаметр передних колес 215, диаметр задних колес 290 мм, позволяют коляске легко двигаться по любой поверхности и без труда преодолевать любые препятствия. Внутренняя структура резиновых шин, включающая в себя два различных слоя, ведет к снижению передаваемых на ребенка и на ручку коляски вибраций и нагрузок, вызванных неровностями грунта. Запатентованная система независимой регулировки подвесок для каждого колеса обеспечивает ребенку максимальный комфорт на всех этапах его роста. Для прогулок с малышами идеально подходит комфортный режим софт, смягчающий вибрации от неровности дорожного покрытия. По мере роста ребенка рекомендуется переводить регуляторы подвески в положение хард. Благодаря очень большой ширине и глубине корзины в нее можно поместить все необходимое для вашей прогулки. Она оснащена встроенным карманом, позволяющим всегда держать под рукой или убирать в него мелкие предметы. Профиль из светоотражающего материала делает вечерние прогулки более безопасными. Огромный капюшон раскладывается в непогоду до бампера, имеет продуманную вентиляцию в жаркое время года, смотровое окошко с клапаном для родительского контроля, защитный козырек от солнца, который легко складывается внутрь. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Делитесь впечатлениями от ролика и модели в комментариях. Буду благодарна за поддержку в виде лайков. Не пропустите новый обзор. Для этого подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Современные родители».